отобрать, было бы круто. Ну что, Гавайя нету, да? А мало дозинков нету? Угу. И у Васи бетона нету, да? Угу. Делайте, ебать. Прям сейчас. Ну, добрать просто, типа, три слота всего, чтобы... гильдии, по идее, можно... Хавать, кушать. Все заебись, получение так, чего недовольны. Даш? Не знаю, нет. Нету Даши в сети. Даша отдыхает. Детство типа нахуй. В Дискорде. Слава самогон. Арчин на бафу нахуй. СС дали кому-то? Нет СС. Больше. Один из них. Пули даст, а лучше не хватает. Инты. Инту дайте, не спит. Обнови инту. Дай интеллект. Диман. А угу, тебе что не хватает? Да все хватает, мышка втравила. Тоже инты. Все, давайте выливаем. Да инты дохуя. Разбегайтесь. 178. Как вам заносили, сразу разбежались. Они так типа на. Ну, захотел разбежался, захотел. Да, да и вот его танк, это дичь, мне кажется. Да по факту все нормально, просто большого больше пул, дайте, ну, побольше веером кидайте или градом. Выводить. Рейснер ко мне, пожалуйста. Так, теперь на русский воле успеваю. Стань дай. Выбивайте. Все вышли на рэнш. Отвезли все. Убирайте рэнш. Отвезли, отрусили еще. Подводи под метку, пожалуйста. Спиной хотя бы. Да, ну вот я тебе говорю, что хуёво. Видишь, стоит большой, стоит, блядь, питерский. Так, ну, потому что он не подводит. Подводи. Ровно смерти 10 секунд. Убирайте рэнш. Рэнш собрали. Массакру давай. Выбежит. Выбежал. Верчел. Хорошо. Так видишь, верчел. Ты не дал. Стойте, бьете. Потеть еще, потеть. Ровно смерти 10. Играйте раньше. Раньше выбежит. Есть массакр? Передавал. Гимс, дай, бабл нажми. Гимс, давай. Вообще, прям сейчас так сидим. Да, забагался, отлично, встали обратно. Потеть, вот прям сейчас потеть, пиздец. Ну тогда добить на нахроны, быстрее. Просто переводи. Забрать не забудьте. Все, переводи. Забирай. Ну, сука, кидай. Геро. Геро. Все, просто держи его вот так вот. Не надо подводить все. Скажешь, когда у тебя 5 секунд достанет. Хорошо? Хорошо. Ринжу. Совы нахуй. Все, на ринжу вышли, развещи. Пошла не зыбка.
4, 3, 2, 1. Умер. Поймал. Дайте сальву долгу. Мастак раздеюсь, я нажимаюсь. Нету, 17 секунд. Хильтесь. Знаете, тотемы там уже у хилов мало хп. Токсиген, дай загин. Я сейчас срывать буду, парни. Я давал сальву подобно. На пульте, напуливайте. Биполярного прохил. Дэвис, сдайте, Ауш, сдай по эндеме. Кстати, через тебя будем играть, следим. Пытайтесь добить. Да добьете, там лям. По эндеме. Так, биполярный сдавай по аварии, гим. По гим, блядь. Давайте. Может. Хильте. Ой, диспел. А. Красавчик. Ебать! Хорош. Плащик. Сука. Поднимайте, добрый. Я терпимо, что нечаянно зашел на это. А вы говорите хуйня, блять. Изи. Пидорский пояс не выпал. Есть ничего? Нечаянно нахуй ты зашел. На туре, нахуй он заходил. Треснете кто-то? Ага, спасибо. Это я себе заберу. И... Так, давайте. Случайно получается, да? Получается, да. Саш, что, не буду ролить тогда, да? Кого? Жду. Ну, вот вином эту хуйню. Так это не будет. Ты все равно приоритет. Там чел, а я не гильдии, нихуя, да? А, ты не из гильдии, интересно. Да, глаз легиона. Я же топовый, ебать, в гильдии, ну. Пуги в рейдах есть, нахуй, оказывается. Ну да. Ладно. Не досмотрели, получается. У нас же нихуя не собирается обычно второй, а тут нихуя себе. Почти. Да, можно собирать, просто надо людей побольше, чтобы вот эти три... Надо людей подобирать в гильдии. Мне же, видишь, три твина надо водить, но два твина водилось, чтобы не тупо одним ходить. Кому-то 3, кому-то 4, блядь. Вот, видишь? Как вы успеваете все на двумя сделать? Тут на одном не успеваете. А кто сказал, что мы успеваем, блядь? Куда успеваем? Вот именно. А куда мы успеть должны? Ремонт. Ничего никому не должно, блядь. Я не знаю, мне похуй, я в сталкера сижу, играю нормально. Согласен. Ну вот слакнешь мы таких не нахуй. Да пошел ты нахуй вообще, блядь. Сейчас нахуй сам играешь. Будешь умирать, как сука, нахуй. Не позорился бы лучше. Алгалон? Да, что делаешь? Алгалон? Да нет, ничего, ебать. Пойдем попробуем, чё. Пошлите, я открою. Да нет. Я, говорит, открою, блядь. Добирайте. Это когда, блядь, мейном нахуй будешь ДПС? Ну, у вас 4 шамана, куда вам, блядь, хилить алголона? Может быть, когда-нибудь еще, блядь, ничего там, такого вы там нет. Хилы нормально под алголона эти подойдут. Ты не веришь в 4 шаманов? Они я нормально. Не верю в 4 шамана, блядь. Пошлите один трайд, сделаем подход. А что, если мы дадим 4 легеры сразу, то ты как понимаешь, что будет? Они нормально захилят. Пошлите один трайд, сделаем, блядь, посмотрим. Да не надо время, не тратить какой-то. Не тратить трайд. А у нас людей нету на самом деле еще, видишь. Вот 3 слота, если бы было, можно было бы трайд делать. Хотя бы шипешника еще одного для гимна. Без ДЦ я хз как это делать. Там нужно еще. Без ДЦ там нужно все идеально делать. Ну прям не взрывай звезды под этот, под брать кару. Да не, Саш, там без ДЦ. А это то, что вы хуярите, брать, это только то, что с флорой по счетам, ебать. Кару плюс звезды, ебать. Там женька только спекать, но. Суманить долго. Быстрее начнем, быстрее убьем. Суманите, дайте ебаный пристабав, ебаную каску на танка, блять. Единственного, блять. Говорят, тут тренер поиграть нападает. Я спекну себе там. Кстати, хорошо идея. Убили собрание, все, бля, преисполнились. Да, давайте алгал. Пули преисполнились. Голова на алгал начал убьем, да. Этот. Женек, блять. Женек, дай рыба по рейду, пожалуйста. Много людей умирало? Давайте, я еще рыб поставлю. Два человека сдохло, что ли? А ты что, в два окна, что ли, там на нечаянно? Да. От тьмы тоже дай баф. На бабе будет лужа от тьмы. Давайте, все рейди.
А рыба была, нет? А, сейчас подожди. Вон стоит. Я сжиру. Да, тем более без сахара мы хуем. Играем плита рука. По команде в руку с личностью все. Все без исключения. Кого засеку, нахуй, пеняйте на себя. Засеку розгами. Тому всеку, блядь, да? Че, давайте, давайте, даю ДПНП. Рассосолит сразу сделать. Че там, тотем, сопрот природы, всю хуйню ставь. Рассосан, блядь. Знаете, Ген, кто-нибудь? По мне. У тебя только никогда. Поставьте за сип от сил. Ну, с шамана, знаете, Ген. Спасибо. Ебать, лагает. А зачем ты мне, кстати, кинул? Я с тобой в танке. А ничего, агро лучше будешь набирать. Хм. Думаешь, я макро просто сделал? Макрос просто сделал. Окей. В руку, уезжайте. Пожмёт. Выкинь, сразу забирай, потом. Всё, да, забрал. Руку, да? Батл мой он дорочнуть решил. Опа! Хорошо. Рудашек плиту играет. Пацанчик отвалился, да? Шаманам, ребят, дайте. Будьте так добры. Женек точечно кинем ему хотя бы, чем дух и этот стамин. Это единственный приз, так что, блядь, и лапку там надо давить. Сейчас третий стак будет. Я уже забрал. А, ты забрал? Сейчас руку играть. В руку, да? Все, плита, да? Нормально выбили. Скинулась, можешь забрать. Я забрал. О, нихуя, минус 2 шамана уже. Помогите, чайники подкиньте. Че, не лежать будут? Давайте. Ну, у кого есть руку? Руку, да? Опять по шаманам прибав. Женек в руке. Дал хп. Женек с руки вылетишь, баф дашь. На креста. Пиздец. Понял. Бля, он выкинул прям получно. Вот пидор, сука. А уши бейровые. А сейчас рука забили босса. Ой, ебать, добили его нахуй. А там 500к у халагарна, ёба. Добивайте. Все нахуй, на колени поставили. На коляске, на колени. Да. Опа. На подливе, блядь. Трине? Че, трине? О, нихуя. Да хуиня, блядь. А тебя угол нихуя не выпадет, я ж тебе сказал, заебал там. Пока не извинишься, нахуй. А че он должен извиняться? Это ж я. Давайте сразу Мимирона возьмем. Ём. Да, давайте, Мимирон заходит. А че, в Зимоде? Какой хм завязан? Мимирон? 4 шамана хм делать. Ну хуй знает, блядь, что-то как-то... Нормально вроде, нахуй. Кидалово, ебать. Три тела просто проебали рейд, нахуй. Я инвалид, куда делать ТП? Последний. Искра воображения. Спасибо. Искра раздражения, блядь. Хм. Можешь ко мне домой ТП-шиться, нахуй. А уголь, это что ты да, я возьму хуйню, да как мне жрать есть дома? Мне сейчас пивас не помешает, нахуй. Если жрать есть, то порт... Давай, я открою воображение. Сейчас я скрипну. Искра соображения, блядь. Ну всё, бля, каламбур здесь развели. Скини, блядь. Ну всё, лось, блядь. Лучше каламбур, блядь, чем унылый ебаный рейд, блядь. Тут бегова не хватает для... Давай, ходите. Шутки про диоптрии, блядь. Ну чё, разгуляешься, да? Сейчас я тебе истерию с пула дам, блядь. Да, ебаня сейчас буду ебулить. Давай, ещё припотик выпью. Ебулить. Торнадо и... Диман, чё там?
Да, кнопку не забудьте нажать перед пулом. Да. Давайте, подходи. А нахуя тут этот счет, блять? Да ебать! Я приход хотел нажать. Да нахуя? Проснитесь. Давай, кидай. На тебе приход. Главное в обычке сдох, ебать, как крак. Я уже забыл, как в обычке его убивать. Че, может не отбегать от него? Не отбегать? Ну. Не отбегай. Убежали все. Велики. Видел, я не отбегал. Отдал. Не зыбко плюс, блядь, это. А второй раза не буду, блядь, зубы не будет. Вообще похуй. Женька не хватает. Женек тут, блядь, на присте. Женек тут, блядь, на присте. Ну, не надо кражи. Ну. Женек на РДД хоть отыгрывает что-то там. Давайте почти поменьше присяжем, пожалуйста. Сейчас на обстреле сдох. Забили. Убежали, да. Отлично. Родился. Это я, парни, блядь, по минам прыгаю. Минер. Чисто клоун. Минер Геннадий, блядь. Смотрели мувик читера КС? Читера КС? По кругу расстались, почему возле кнопки никого нет? Скилловки напрягайте. Кнопку тыкнуть. Бля, нечаянно, ты меня задрачиваешь. Что, зависло чешо, блядь? Да нет. Да нет, все нормально. А, что-то долго стоит, блядь. Представляет нам противопехотную штурмовую пушку. Блядь, мне шаман Месси нравится, я на него накину нахуй ВНК. Скоро будет расстрел. Да ебать, а где превосход? На обстреле все за спину. Типа, может, кто забыл? Кота мост отключился. Готовьтесь, расстрел. Давай, со мной обстрел 2 секунды. Две? Она за спину. Ой-ой-ой, ебать. Что, блядь, никого ты не хочешь лутать? Накладываем, блядь, бьем пожарника, нахуй, не ебет. Ложимся, да? Рассосались обратно. Какой пожарник, парни, блядь? Трассы такие с прохилом будут сидеть. Тут на пожарнике легче. Не, шаманы заебись, вот, кроме вот этого аварина. Дискотека авария. Не, если бы тут был бы еще один мердружка и ДЦ, это вообще было бы пиздато. Сука, власть. Все своего пала там рекламируют, я смотрю. Друзья его. Я на месте МК кинул, мне похуй. Мерчелла не заслуживает МК. Я все вижу прекрасно, что он хорошо. Пустите голову, дайте подбить. Ну большого зергани. Магнит полутай. Ладно, жаба там, блядь. Блин, боты дрочит. О, блядь, небольшой вышел. Давайте большого по-быстрому. Все влетели, сейчас босса будем. Сажаю боеголовку. Чью головку? А? Чью головку сажаешь? Боеголовку. Столовку. Столовку? Столовку на головку? Столовку. Опа, тебе на кринж ебаный прошел. Давай, иди симпл димпл. Че это белорусской техники нахуй? Керу, зайдите на путь, это самое главное. Не понял, что за техника. Ну вот это вот собралось. Ебать, тачечка. Это да, это БелАЗ, если что. Новая машина. За минами следим, за минами. Сельский трактор. Как там российский робот, блядь, как его... На три мины подбираешь, баф, на ДПС. Тихо, блядь. Герус, да? Раньше по башке, а остальные играйте там плюс-минус. По низу, по телу, тебе играть, куда играть будете. Дал истерик. О, нахуй, вагон.
по телу сыграть этого башки. Так, давай биполярный Берима. Понизу и туловище. Лазерный будет, парни. РТД, блядь. Лазерный. По мину только не бегите. Дайте по половину, либо. Сейчас опять сдох. Башки опыт надо. О, башки. Я думал не 100. Ой, я, блядь, 2% башка, ну то стоп. Другие еще, части, блядь. У вас там низ 5% и... Ладно, ну все, играйте. Чисто хэм разъебали, пацаны. Я первый раз на нем, видишь, надо миллиард просто движений делать. Это весь хэм, серьезно? Да, да. Это обычка. Это обычка, блядь. Да наебали, ну это. На хэме мы бы сдохли на первой секунде, нахуй. На второй фазе, как обычно, нахуй. На первой фазе, на первой секунде. На первой секунде. Ну можешь посмотреть на первой секунде. Да, бомбами закидало люди. На первом огне. На первом огне мы бы сдохли, да, через 3 секунды. Да, да, минус 10 сразу. Да не, просто хэма не было, смысла это. Так что, можно Калагарн тогда? Калагарн? Вот, блядь. Давай Калагарн еще раз. У меня флешбеки с пугами, понимаете, вот Калагарна. Я вот до сих пор без этой проходки. Я вот Форсаж 9 смотрел, там флешбеки были, ебать. Тебе с пугами нравилось Калагарна бить, да? Да, это такое, знаешь, наслаждение. Каждый раз вайпаешься, потом встаешь, потом опять вайпаешься, потом встаешь. Это блядь. По кайфу, да, мне так, тоже нравится. В галерею ты паешься, если кошака ёбни сразу сейчас. А сейчас куда? В галерею? Это галерея, да? Сейчас по-любому кто-нибудь скажет на ачиву, блядь. На проходку, да. Проходка нужна, да. Сбегитесь в уголок туда. Я помню, на маге проходку делал, нахуй. От Саши потом морозился, потому что на ДК приходилось заходить. Я же говорю, в уголок. Не спрятаться тебя второго там? Да. Три на полу, чё, не получится, да? Ну, кошек таунтить надо, я их всех не стауничу. Он на меня вдилку даст, кошек потаунтит. Давай. Можно, да, можно попробовать, в принципе, если вы пацаны. Не, если нечаянно бомжей вызовет, то нормально. Правильно. Или бомжей, или какую-нибудь залупу, или сокру дадите там. Ты бомжи, пойди по шаману. Да, я сейчас раскидаю шамана попасть. Да, шамана. Да, шамана в каждую пать. Ну, заебись. Звучит как лузы. Ауги в пати не кидайте шамана. У которого больше хп переключите. Там мы так прям в каждой пати почти по шаману, и не брать то, что в пятого четыре эти шаманы. А только одного перекинуть. Ты там переключитесь, у другого хп что-то дохуя прям. Четыре шамана кирикает? Хвось. Не, ну а так-то чё, блять, на самом деле, типа, хпал... Танка ебашит, а остальные. Там, наверное, четвертый, блядь, цепуха не достает уже просто. Что за хилли, блядь? Че, пока ходера или че? Или будем ждать? Идем, идем, пизду ебашь. Ну там аварии пишет. Да я вижу, нахуй. Так, шаман, да. Терияки хуяки, тише себя веди, нахуй, тебе сказал. Можно инту, пожалуйста. Ну пук. Инту. Пук, пук на Асусе. Иисус. Ты тут столовка. Одну букву поменять, блядь. Да, я арбуз хаваю. Ну, ты инту бахнешь? Хорош. Сейчас он ману отрегенит, блядь, арбузом. А где тут два человека? Дох, биполярный. Ждем био через 5 минут. Какое пиво там уже... После арбуза. Какое пиво, блядь? Пиво. Писать криво, ебать. Не, мне сказали прям в диван ходить. Я сказал био, но где, говорит, пиво, блядь? Шаман один. Это шо? У меня с собой 50 вина, могу дать кому надо. Все трепет ставьте, ребят, без исключения. Шухер, снегурки все, идут. Все сколько шаманов? Раз, два, три, четыре. Семь шаманов трепет ставьте все. А чё, нормальный рейд? Если всегда так много шаманов будет, будет заебись.
На пол даешь, трапку себе ставишь на выходе. Яки. Бля, снайктера по мне на панельке нет. О, какая соска, я бы ее трахнул. Кто-то уебался, ясно. А, вы босса запулили. Дай массакру прям сейчас. А, ОЕ, да. Насыпали ОЕ, молодец. Сыпьте, сыпьте. Там Месси пустили рекаунт, их прям оверхните. Я по Месси боб дал. Минус один, но... Ладно, Женя как обычно, ты чё, не убей. Завесните его, чё? Я после отдыхаю. Ну давайте, сколько там, ауши? Подними, пацаны. Оуши. Оуши. Уши. Скажи просто, мои уши. Вам уже, вам лишь бонники по поверхности. Ну-ка, Войда по поверхности. Воид. Гноет. Нихуя. Кошка играет. Какие-то темы бракованы у нас. Да хули авернерские нахуй. Так отнами себе бегать. Ой, уже пошли, тихонечко, пошли, пошли. Убежи. Дела денег. Чай на вагон. Авария, блядь. Там же не ругается, ему баф не дают. Правильно ругается. Дайте ему кассу. Дал. Че, нас еще ни одного столка не упал? По-моему. Блядь, а я глыбу потерял, нахуй. Там приставав просит. Тари мы в хайме будем бить? Бля, хуй знает, может попробовать, наверное. Да, то что людей мало, там что-то это смущает. Ну чё, там никто не зашел еще, мы же не начали бить. У нас пристанет. А, нет, есть. Слабее его нет. Думаешь, он пока не заберет моба? Берет, конечно. Я на шинка верю. Наш талисман, нахуй. На удачу. Кстати, надо было добрать кого-нибудь, нахуй, чтоб это... Да темы переставьте, чтобы этот пидор туда не бегал. Ого? Да на попку, задолгу. Да нахуя. Уже похуй уже. Хотя, типа, мы сейчас не закрываем... А, мы уже убили одного часа. Мы убили одного. Ну и все, ладно, пойдет дальше, значит, как есть. Не убьем, так не убьем. Фрейм мы закроем, Фейм, ебать, и Мимирона с Йогом я тоже там закроем. Мимирон мы уже убили. Блять, Свизгас. Сань, мы же его в Хэме закрыли. Угу. Там сейчас кис умрет. А будет проходка или не будет, как понять? В смысле проходка будет? Не будет. Не будет, не. Мы тебе в конце скажем. Почему не будет? Да я доебаю. Да зависит. Пошли. Там уже ее нету, мах. Ух, блядь. Ебать. Луки, неплохо. Луки. Каждую руку получит. А чем лук вообще? Никто не понял, ладно. Луки. Две руки чистые. Так. Сейчас я к вам тэпнусь, подождите, где вы там били? Нео. А что там, что-то выпало интересное? Нет, два лука. Луки.
лук. Просто лук за миллион. Почем лук? Какой, зеленый? 100 рублей килограмм. Или репчатый? Бля, упали луки, аж плакать хочется. Как ты слышишь, да? Фламбурый. Ты во второй? О, танковский классик, смотри-ка. Говно. Так, ладно, тебе точно надо на мейнспект, из не танк. О, дай мне танк. Я не помню, есть у меня или нет, дай такой. Войт. У тебя 32-й, блядь, с дыркой, вон. Да, вдруг меткость надо будет. Я не помню, у меня в банке есть. Нет? Алло. Давайте, жму. В две руки отдам, парня. Че? Там с духу стрелять будет. Зубами натягивать. По левой стороне идем. По стенке, блядь. Не дай бог там запулит. По какой? По левой? Вот сюда, да? Прав. Ну наступайте, наступайте вы уже. Да не бойтесь, наступайте. Такие стали, блядь, палят. Боятся, блядь, лучше заебать. Преграда, нахуй. Вот эту правую не надо уже наступать. Смотри, сейчас шам. Сугроб согрет. Что, он так плохо, что ли, там? Так плохо. Выживаем, нахуй. Так пульт, выживает, да? Сильнейший, ебать. Вот этого Йогмара можно было забанить. Хил. На, не... Давайте только снежками кидают. Тупо говно закидывают. Он один уже насыпал. Полные носки, блядь. Ага. Так, давайте, людей поднимайте. Я вставлю. Пусть кладбище добежит. Пусть тяжко он вставил. Не заебало уже эту рыбу жрать, блядь, когда мясо будет. Да похуй. Тогда на дуновениях ХОЭДС дашь, массак. Хорошо. Ну или има. Ох, и то значит. Два ханта на кострах. Да, мы с тобой костры поставим. О, насуса даст ма. Там биполярный пистал зачем тут? Давайте шкафчик поставьте самонем. Да он сдох вон. Мабан. Как? Давай, вставай, заходи вниз. Это, на пульщики с пола дадите, и когда под столб света станете, я постараюсь еще миликом подвести, в столбе света тоже второй на пол, пробуйте дать. Ты сам главный столб света стань? Да, так, постараюсь. Пул ребав дали. Бля, поставьте, пожалуйста, этот... ГБ. Все опять оттуда надо. Класс, короче. А есть масло какое-то на танков? Чё за хуйня? У этих да, есть, ДДш. Нахуй ДДшная, а танковская где, блять? Больше отрыв. Есть такое? Шкаф поставьте. Так, всё, ой, сей, шкаф, блять, ГБ. Шкаф ГБ. Да надо тебе фласку. Там поставили, отстань. У меня уже, блядь, башки и руки творится. Давайте РЧ даю на баф на пол. Так, под столб же. Попросишь истерию. Все здесь, давайте, поехали. Разъебали, блядь. Ух, блядь. Разве два парня. Разбили, выбросили. Прыгаем, крутимся, вертимся, не стакаем. Вот, в этих не стоим, блядь. НДМчик 4 стака, Юрчела 3 стака. Прыгайте на местах, либо бегайте. Блять, ты прям босса, ты не нужен. Торнадо 6 стаков.
Торнадо АФК стоит. Где лучи? Понял. А вот. Так, вставай, Гена. Где? Не стой прям в упор. Отойди от костра. У него раньше хорош. У него раньше хорош. Вот, опять ты потушил. Так, вспышка, отошли. Шалома. Ой-ой-ой, все, пиздаха. Так, добьем, я думаю. Бля, проебали нахуй. Почил. Захил проебали. Сидите, ребят. Ну даже пишет, кто и проебался. Ауга проебала чего? Да нет, нам дура-дур проебал его. Дура-дур, ебать. Вот сука, блять, а? Дура-дур. Извинись. Хорош. Прости, дура-дур. Ладно. Так это же не ты сказал, не понял. Ауга, извиняйся. Вот по стопам у меня. Прости за Аугу. Опа, видели, это боешечка. Лично он. Боешечка сюда, да. Все, ГП Ауга, ГП. Ладно, не жди, я это запомню. Ай, сука. Кто, интересно, посох берет? Мне говорят, такой бисовый, охуенный. Я все на лоб, не могу его выбить. Посох, ну. А че, он на сову идет? Идет. У меня дух внутри. Не, на шипы залупа. Ну хотя, одень, я хуй знаю. Типа, если... Торь. А ну, он две совы в рейде, честно. Он этот биполярный знает, а. Подбегайте сюда, речь, что вы там, блядь. Я никогда просто так ни на кого не буксую, но. Пиздишь. Не, тут типы в гильдии разборку наводят, нахуй. Где? В Last Legion. А-а-а. Чё у них, как там обстановка, блядь? Фрейю обучку не закрывают. Риско. Топовая гильдия, я люблю такие. Это всё от того, что войда не хотят в рейды брать. В смысле, в гильдии в этой? Ну. Серьёзно? Да не, у меня мы Тейлия хотели взять, он написал типа про товары Армс, и вот такой пошел нахуй. Там вообще варов, по-моему, не уважаю, это класс. Чтобы варам нормально отыгрывать, нужен рейд, который будет вару помогать. Целый рейд. Чем, блядь, моральный, блядь? Напулом, хилом, сейвом. Давай, вар, ты справишься, ты дашь ТПС. Инквизитор. Инквизитор. Там реально много сейвов надо. Ты сможешь агруз задержать, мы себе верим, вар. Инквизитор ГМ, что это гильдии, короче, чпокает надо. Чё за инквизитор? Ну, это знакомый наш с тобой. Воин, ну. Не Саня его случайно зомби? Нет, нет, Боди, Богдан. Боди. Другой, да, теперь? Может, уже и Саня там был? Навряд ли хотя. То есть так по слухам пройти, блядь. У вашей гильдии, на, бывшей. А мы звучка успеем в рейсе? Кто дал? Кто в рейсе? В рейсе успеем звучка за 2 часа? Кого? О, рейд. А что вы, ты 8 без ГП, тем более грудь башкой, которая продается. Под 200 ГП поедешь, да. А я... Да, правильно делал. Подожди, я не то тебе дал. Ну чё, блядь? На тебе, блядь, соточку. Одевайся, давай. Сильно ГП это кормило. Чё, ХМ-ку будем, не? На, соточку, блядь, думаешь, я тебя... Без ГП же это шляпа, блядь. Одевайся. Тебе с ГП. Я грудак, который ты вот. Да, подожди, я кому-то не тот другой. Да, да. Да, говорили, что ты 8 без ГП, тем более успех. Тем более грудь.
Можно так, биполярному я правильно дал. Блять, надо поговорить. Эй. Нельзя не поверить, я на финале. Дайте мне скай, я бы. Давай, говори. На успех ТП идет. 100%? Нет. Можно, пожалуйста, накрыть? Т8 у нас без ГП. Ну так снимите ГП, блядь, пусть Тинов одевают. Они все равно ГП тратить будут на Т8. А тут бесплатно его давай его. Хотя вообще, чего похуй, скоро сброс будет, блядь. Успокойтесь. Ну похуй. Так, давайте решим. ХМ идем? Будем дрочиться, ебать, или будем обычку делать? Че тут дрочиться, блядь? Да, 1-2 трая не сможем обычку. Не, ну ДПСик слабоватый, конечно. Да, тут не, потому что комнату не пройдем. Я вот это очень переживаю. Так комнату пройдем, блядь. В конце ну, будет. В комнате. Сколько стаков будет, надо смотреть. Сама нахуй, что ли, нихуя ебашит. А главное, дайте этого лока в комнату, чтобы он койл кинул. То на изи, блин. Да и без койла заебись. Да и без койла. Там хп столько, блядь, пиздец. Эй, сними ГП нахуй за груди, у меня вообще она, оказывается, есть на ДЦ. Кому ее отдать-то? Так вы же говорили, ГП за Т8 не дается, блядь. Ну все равно мне дали, сними и я отдам грудью, то у меня она есть, короче. Кому ее отдать? Жри, типа, у тебя скоро ГП скинут. Ты че на твине ГП жрешь? Ну вот что тебе вот... Тебе вот зачем вот этот приоритет на твине? Ну, блядь, я тоже хожу. Как зачем? Я если мы эту 25-ку будем ходить, всегда заебись будет приоритет. А, ребят, давайте пиздёж убьём, мы чё пришли сюда нахуй? Давайте трэш убьём, я вам перекур дам. Давайте обычку и в пизду эту хуйню всё. Обычку? Конечно. Нет, нахуй, я нахуй тоже предлагаю, нахуй. Конечно, мы там ещё просидим полдня, блядь, на этой хуйне. Мы тут сейчас одни метки будем ставить, нахуй. Пошли резко разъебём нахуй всё, блядь. Пока трэш бьём, говори, куда кто идёт. Давайте. Подожди, док, спекайся. Этот там. Нахуй. В МК бери как. Женек, бери в МК, ма. Или здесь танк не нужен в обычке, в этой комнате. Да я спекнусь. Ты спекнешься? Да, давай. Не надо просто считать день и все. Заебал. Короче, лок идет. Да, 300 ловку идешь. Два ханта и я и мой шлэ в ту комнату идут. Давайте, две совы, биполярные, оуши. И давай, МК и брать, МК брать, который как его нахуй? Не надо никого МК брать, надо никого МК брать. Танк какой в комнату идет? А хилам что? Я иду. Давай холи дэс идешь, ты авария. Два хила идут. Войт идет, да, в комнату? Да, ты идешь. А, вот у меня комбат, я не могу переодеться. Выбежи, купи. Забей. Почему пуху же можно менять бои? Ну, пуху можно, а смотки нет. Да, уже не взял. А кто там АФКшит в углу? Налево. Торнадо, блядь. Налево, столовка. Да я вижу, Саш, ну шо ты, блядь? Направо. Сейчас заноси его. Налево. Давай, я вообще накурил. А чё торнадо вкажет, так задумано? Он уменьшаемо. Он же два на есть. Всё понял. Где бы он два окна, играл бы он на торнадо. Перед лицом только не стойте. Ну, типа, бля, по времени мы на хэм успеваем. Не надо. У нас хорошая пати, у нас мало мили, проблема будет, пойми, тут проблема будет в ДПСе. Да. Да и я так тоже подумал. На 15-м стаке это хуйня полная, если мы его убьем. Мы его не убьем, на 13-м стаке ваншотнет всех. А, все, на 13-м стаке ваншотнет? Да не, потом. Может быть, когда фулл рейд заберем? Был бы фулл рейд, попробовать. Там 2-3 трая, да, третья, получается. Ебать, а Слава так несется, как будто на ХМ. Ну, что ему, блядь, время терять? Это, давайте, короче, сейчас на арену нахуй спрыгнем, а Слава наверху останется, да? Что, уже, что ли, подбежали? Ну, у нас, блядь, пиздец, 40 секунд еще, а мы уже большого добиваем, второго.
А, ну правильно, вы полрейда, блядь, туда отправили. Долбоёб. Чего полрейдер? Просто полрейда, ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этого пидора добейте. Да дохуя, дохуя там народу. 10 человек, а нас 22 или сколько здесь. Ага. Плюс у нас один АФК будет стоить. Чисто на арену пошли, помощь, помощь. Слайк, останешься, да, наверху? Да, сверху потанчу там, блядь, подразню босса, ебать. А 14 секунд ты как раз пока добежишь. За пятку покусаю его. Ниха босса не трогай. А нахуя я буду остаться? Пускай кто-то другой, мне на позицию надо встать. Встанешь, ты же... А, блядь. Спрыгнешь. Запустите босса хотя бы. Всё, запускайте. Запустите. Ну, запускайте босса. Чё вы, ебанулись, не ебанулись, что ли? Все спрыгнули, алло. Блядь, ну ёбаный бро. Ебанулись, что ли, блядь? Ну, Пета, Пета, Пета отправляем. Открывай. Да не отправится, все, надо сверху было пузить. Открывайте. Бля, молотком... О, да, молотком я до него. Я молотком до него кинул. И чё, его сверху нужно пулить? Сука, ну не сработает, блядь, заебись. Открывайте, идите. Потому что, вот, блядь, сказал один человек, типа, блядь, Войт с пуль. Все я спрыгнули пункт вниз, а Войт такой, ну мне же надо позицию занять. Я ну, еще наберу угол посередине коридора, ну, такой занимать. Откройте мне дверь. Молнии. Кто там стоит, торнадо? Откройте дверь мне, пожалуйста. Там уже бегут, блядь. Лишь, открой дверь, а, по-братски. Да там бегут уже, алло. С мигалкой возвращайся, мы тебя откроем с обратной, с другой стороны. Ну, мобов бейте. Мобов бейте, вот на пул арене не можете мобов. Маф вернуться хочет. Сука, Миша, блядь, открой мне дверь, нахуй, заебал. Откройте дверь, парни. Саня, привет. Собрались, блядь. Чё? На балл-стадио там в клетке, блядь. Я, кстати, пизда там, быстрее. Стреляй, стреляй в босса. Чё, пацаны, как аренится? А, во, спорился, да? Моба, пробудителей добейте. Ебать, я к Мише встану, нахуй. Пропрыгай, подлог. Не, не сами тебе, бля, хардмод придумали, нахуй. Я выбежу. Я, короче, в ДД шмотья. Там мне сказали спекнуться, пока вот рейдж били, а я не могу в бою менять. Да и он, мол, соло танчит. Короче, Юрчел, отдай СС, когда я сдохну, заберешь ШВ, нажми. Я могу потанчить под ШВ, конечно, пару. Нет, ты когда я сдохну, только ШВ, да. Я уже нажал соло. Слайк, да какой нахуй по... сдохнешь, ты прикалываешься? Я, блядь, ХМ-ку в соло оканчиваю. Это обычка сраная. Да, по сути, не должен взлетать. Конечно, тебе еще похуй. Главное, хилы чтоб работали. Не языком, а... Торнадо надо стану, блядь, почили. Что там, так, 4? 3 вроде, не? 4-й вот сейчас. Да мы его нахуй сейчас на колени поставим, блядь. Чё, блядь? Блядь, этих... А? Эли мы такие непостоянные, нахуй, по БТС. Да не, вроде троём стояли, блядь, за мной. Там уже шестаков, ребят, уже отбегайте от разряда. Он разряд хуярит. Трубадур, побежал. Учитесь бегать, чтобы хэмил. Ну, ох, у меня на маге 240 сапропа. Так, разряд, там, бля, два трупа лежат. Печевский. Два ляма. Бежали разряд. Ой, 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 ой. А оба хэми, ты уже нахуй отдыхаешь, блядь, плюс 100 кп нахуй в кармане. Да я понял, блядь. Да я, блядь, смотрю на хп, думаю, ну думаю, лампа хую. Успеем добить, но что-то мы немножко не это. Не поднажали.
Ю, похую. Все?